Весна в этом году затяжная, и паводок не причинил серьезного ущерба. Однако некоторые объекты все же повреждены. Так, 10 апреля размыло мост через Большой Цивиль в селе Калинино. О ликвидации чрезвычайной ситуации говорили сегодня на еженедельном совещании у главы Чувашии. В селе Калинино Вурнарского района размыло временный мост. Село фактически оказалось разделенным на две части. Такую ситуацию прогнозировали. По информации Минтранса Чуваши, опубликованной на сайте, на участке провели необходимое противопаводковое мероприятие. Был возведен пешеходный мостик, установлены предупреждающие знаки и маршрут объездных путей. Специалисты прогнозируют, что в течение 2-3 дней уровень воды будет снижаться. К концу недели мост должны восстановить и наладить автомобильное движение. Возведен пешеходный мост. Проведена установка предупреждающих знаков, щитов с указанием необходимости следования по объездным путям. Организовано было круглосуточное дежурство полностью по этому объекту. Заготовлен заранее ликвидационный материал. В настоящее время сейчас мы ведем мониторинг по этому участку в целом. И предполагается, через 2-3 дня мы уже начнем к восстановлению данного участка. А пока в целом автобусы и грузоподъемная техника уже мы пустили по объезду. Большие грузы, которые будут двигаться в объезд моста, не должны разрушать дороги внутри поселения, заметил глава Чувашии. Ситуацию надо контролировать. Заслушали на еженедельном совещании информацию о финансовом состоянии Чувашавтотранса. Предприятие – крупнейший пассажирский перевозчик в республике. Здесь работают более 1500 человек. Кредиторская задолженность предприятия – 175 миллионов рублей. Задолженность по зарплате – 24 миллиона. Предприятие перевозит льготников. За это ему предусмотрены бюджетные дотации. На 2016 год – почти 80 миллионов рублей. Но по подсчетам специалистов, выпадающих доходов в 2 раза больше. Сейчас на предприятии разработан план финансового оздоровления. Оптимизации штатной структуры и филиальной сети. С января 2016 года вступили в силу основные положения федерального закона номер 220 ФЗ, который, во-первых, позволит организовать автобусный маршрут как по регулируемым тарифам, так и по нерегулируемым. Во-вторых, закон позволит Минтранс Чувашии администрациям городов и районов формировать маршрутную сеть в зависимости от потребностей в перевозках, совмещая выгодные и нерентабельные маршруты, а также упразднять дублирующие. Также ведутся работы по организации безналичной оплаты проезда. Это позволит обеспечить прозрачность формирования финансовых потоков. В числе мер по оздоровлению – работа по переводу транспорта на газомоторное топливо. По словам министра, это позволит стабилизировать ситуацию на предприятии и выведет его на безубыточный уровень. А когда там ситуация у нас исправится, выправится? Михаил Васильевич, в соответствии с 220 федерального закона уже отработали 48-й республиканский закон, внесли его в государственное правовое управление, и после его уже, как мы его узаконим, через 6-9 месяцев планируем полностью все маршруты уже привести в порядок. Глава Чувашии рекомендовал начинать процедуру финансового оздоровления Чувашавтотранса, не дожидаясь утверждения плана в парламенте республики. Татьяна Молокова, Расиль Мухаметов, Республика.